добываем деньги по-женски. Женский бизнес – это как? Или откуда вообще женщине взять деньги? В общем, добываем деньги из кокосов. Около 8 лет назад я услышала прекрасную легенду о том, что можно добывать деньги из кокосов, что можно находиться где-то на острове, в окружении пальм, на побережье океана, это все было неправда. И можно в этот момент, попивая свежевыжатый кокосик, или прям попивая кокосик, в этот момент у тебя будут каким-то чудным образом появляться деньги. Звучало это как волшебная сказка. Ну, а девочки любят сказки, я тогда в эту сказку поверила. Оказывается, как говорится, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Вот так началась моя история в сетевом бизнесе. Все было не так сладко, как рассказывалось в начале. Деньги из кокоса и вообще кокосы ни в коем случае не начали появляться в моей жизни. Приходилось проходить определенные трудности, сильные трудности, тяжелые трудности. И что меня все-таки приблизило к этому кокосу, это то, что я очень верила в эту сказку. Я видела очень много не только женщин, а и мужчин, которые просто останавливались, которые говорили: да это фигня, это не работает. Вот у меня не получилось, вот я уже месяц пробую, вот я уже год пробую, вот какая-то компания закрылась, вот этот директор такой-то не такой, вот это кто-то кого-то обманул. А мне вот очень понравилась эта сказка. И, ну вот, действительно, мне кажется, что секрет заключается в том, чтобы у тебя было вот настоящее желание к чему-то прийти, и ты не знаешь, как это в твоей жизни произойдет. В общем, впервые эту сказку я слышала 8 лет назад. Через взлеты и падения год назад я узнала о криптовалюте. Неизвестное для многих слово, даже сейчас, когда капитализация этой индустрии составляет уже сотни-сотни миллиардов долларов, есть миллионы людей, которые до сих пор не знают о существовании криптовалюты. И многие люди знают и не верят, что это работает, что на ней можно зарабатывать. При этом полгода назад я узнала о том, что можно добывать криптовалюту, которая будет поступать тебе. То есть вот эта сказка, она стала как-то реализовываться в жизни, пока ты в нее продолжаешь верить. Ни в коем случае не переставайте верить в сказку. Продолжайте двигаться, продолжайте идти. И на сегодняшний момент реально можно добывать деньги из кокоса. Реально можно добывать криптовалюту, которую обменивать на деньги. И, ну, в общем, я не буду рассказывать, да, не буду рассказывать всю кухню. На сегодняшний момент это все реально. С того момента, как я подружилась с криптовалютой, а позже подружилась и с майнингом криптовалюты, ну, в моей жизни начали происходить чудеса, и сейчас мы с мужем уже месяц находимся в Таиланде, живем, кайфуем, майнинг работает, майнинг находится, причем не у нас дома, это бизнес на автомате, мы сами не добываем, есть специально обученные люди, которые этим занимаются. Поэтому, если вам также интересно научиться добывать деньги из кокоса, добро пожаловать, пишите мне личное сообщение, пишите вопросы, добавляйтесь в мой телеграм-чат, где я делюсь опытом. И кайфуйте от жизни, пускай деньги добываются, а вы наслаждаетесь жизнью. Спасибо большое за внимание, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписаны, и до встречи в следующем полезном видео. Пока!